Привет, девчонки! Начинаем с вами новый влог, а точнее начинает Мэрилин Монро и распаковочка. Девчонки, ко мне приехал курьер, привез мне посылку, и давайте вместе ее распакуем. Сегодня мы с тобой распакуем, а я опять тебя целую. Так, ножик отставляем. И что же к нам приехало? Ага. Это косметика Ликата. Девчонки, я заказала себе уход. Уход за волосами, уход за лицом. Я у вас спрашивала в Инстаграме, поэтому, девчонки, если вы не подписаны на Инстаграм, обязательно подписывайтесь. Что вы пробовали из Ликата? Многие расхвалили их сыворотки, которые идут для проблемной кожи. Его как раз я заказала. По всем продуктам, сейчас распакую, покажу вам. Видите, как упаковано. Также у меня тут накладная. По всем продуктам я расскажу вам и сделаю отдельное видео, что как. У меня тут и маски для лица, и пенки для умывания, и сыворотки, и тоник с гликолевой кислотой, и масло восстановления для волос. В общем, сейчас все буду распаковывать и показывать вам. Девчонки, все распаковала, только оставила вот такие упаковочки, чтобы вы видели, как это все приходит. Кстати говоря, девчонки, я очень-очень давно присматривалась к этому бренду. Я увидела у Гуар, у всяких знаменитостей, что они пользуются. И мне, в принципе, было любопытно попробовать. Итак, смотрите, три сыворотки. Вот такие три сыворотки. Это у нас цинка. Сейчас, как правильно они называются. Сыворотка для лица салициловая. Дальше сыворотка для лица с ниацином и цинком. И сыворотка для лица пептидная. По-моему, вот она для омоложения. Дальше у нас идет вот такой вот тоник гликолевый, 10% малыш. Дальше пенка, вот она, для умывания, тоже с ниацином, цинком, да, цинк, это Z, цинк вроде правильно. Вот, будем с вами пробовать. Дальше, еще для лица у меня еще две вот таких вот масочки. Это маска для лица «Бережное очищение», маска для лица «Гиалуроновое восстановление». Гиалуроновое. Две масочки. Дальше у нас идет уход за волосами. На самом деле я немножечко пересмотрела свой подход к шампуням. Объясню почему. Дело в том, что когда ты покупаешь себе уход, обычно ты берешь супер какой-то восстанавливающий кондиционер и какой-то восстанавливающий шампунь, то есть в комбо. А так делать нельзя, нужно шампунь подбирать под свой тип кожи головы, а не тип волос. Из-за этого у вас может свежесть кожи головы быть буквально, ну, спустя там полдня у вас волосы снова жирные. Вот, поэтому подбирайте шампуни себе под кожу головы. Значит, смотрите, я подобрала себе для тонких жирных волос с природными минералами скраб шампунь. Во-первых, очень интересно попробовать, это какой-то новый формат для меня лично. Вот. А во-вторых, это вроде бы как отшелушивание, оно мне необходимо. Особенно для тех, кто пользуется стайлингом. Дальше здоровый блеск и объем. Это просто шампунь минеральный для тонких. Но у меня не тонкие волосы, но тем не менее, как бы для жирных волос. И вот такая вот масочка. Маска у нас идет восстанавливающая. Структурное восстановление. Дальше, вот это вот три продукта, два точнее, 10 в одном, это средство, спрей для волос, тоже очень интересно его попробовать, профессиональный спрей для мгновенного восстановления волос. Попробуем, посмотрим. Дальше масличко, вот такое, с дозатором, восстанавливающее, эффект роскошных, салон эффект, да. И вот такой вот у меня еще пробничек есть. Маленького маслечка. Кстати, это очень удобный формат для travel size. Ну, travel имеется в виду, travel формат. Все, девчонки, будем с вами пробовать все это дело. По накладной все у меня сошлось. Пробовать во влогах и также, что хотел сказать, также будет отдельный ролик, все обязательно на каждом продукте расскажу об эффекте. Ну, в общем, все. Девчонки, закупка продуктов на 1300 рублей. Итак, давайте. Это у нас магнит. Взяла я вот такие вот лимоны. Вот именно вот такие гладенькие. Я вам рассказывала, что это абхазские, они очень сладкие. Дальше мандаришки. Это грязные на мандаринке. Тоже сейчас по 60 с чем-то рублей. Вот смотрите, что была мягкая попка. Тогда они действительно спелые, вкусные, сладкие, без косточек.
Бананы 54 рубля. Вот этот вот кефир я очень люблю. Взяла себе 2,5. В кофе решила попробовать вот такое молоко. Оно по 36 рублей, но не чисто в кофе, девчонки. Из Ашана я тоже брала нормальное молоко. Вот состав. Если неплохое, то почему бы и не да. Так, дальше сок Сады Придонья, мой любимый, яблоко, вишня, по скидке 64 рубля. Дальше кофе. Это мой любимый Nescafe Classic Crema, нежная пенка, 114, по-моему, рублей. А был период, когда он по 98-99 был. Дальше ряженку взяла себе вот такую, попробовать. 2%, пожиже, потому что если брать больший процент жирности, она такая густая и больше как йогурт смахивает. А ее не попьешь, ее надо есть ложкой. Дальше хлеб бородинский, 30, по-моему, рублей. Так, сахар, ну, обычный сахар в такой упаковке. Укроп взяла, дальше помидорчики по 64 рубля. Я их взяла не в еду, девчонки, а в первые блюда, потому что так они, ну, фактически безвкусные, ну, и когда-никогда там салат какой-нибудь сделать. Взяла вот такие вот шампиньоны, хочу сейчас приготовить суп. Выбирала-выбирала, они по 64 рубля, небольшой такой вот платочек. В общем, нам должно хватить на суп, я имею в виду. Взяла фарш Индилайт из индейки. Вот. Он 90 с чем-то рублей по скидке сейчас. Ну, моя любимая сметана, большая кружка. Дальше лечо. Это мой любимый кетчуп Махеев. Обожаю его. Потому что кетчуп закончился. Дальше обычный батон. И по акции взяла котлеты. Не хочу. Я хочу котлеты, но я не хочу их делать, девчонки, честно. Мне легче купить. Вот этот Ложкарев, они были 2 по цене одного, что ли, 114 рублей. Вот такая вот продуктовая корзина. Нормальная еще. Ингредиенты. Вот такие макарошки, рожки. Макарошки, рожки. 300-граммовая упаковка покупал Леша, когда меня дома не было. И вот такая штука осталась, да, ну, как они считаются, господи, это помидорки. Я сейчас буду подготовлюсь ингредиенты на суп. Тут я уже поставила воду на макароны, отварю макароны, сделаю фарш, и будет у меня макароны по-флотски. Я хочу вот с вот этой вот штучкой сделать. Это помидоры такие, как маринованные, тут сок еще вдобавок. Вот, и что? И что, и фарш? Все, сейчас буду подготавливать ингредиенты для супа, для макароны отварю потом, в общем, все сделаю. Это все очень быстро, на самом деле, делается. За полтора часа спокойно можно, считайте, в две руки, так скажем, можно все сделать. И первое, и второе. Из нее чик пришли шторы. Это крайняя позиция в моем заказе. Полочки вот эти были, и это шторы. Сейчас я открою и покажу вам. Короче, дубина, знаете, в каком плане? Мне кажется, во многих планах дубина. Вот, колечки вот эти, я ж не смогу повесить, это трубка нужна. Ну, не трубка, вот это, поняла, подли, да? Поняла. Вот, видите, с одной стороны вот так шторы, а с другой стороны вот так. Прикольно они сделаны, они светлые, кремовые. Я и в зал хотела. Одну шторину, чтобы была вот такая, прозрачная, а вторую вот такую. И я как бы не знаю. Ну, такая длинная. Как ее прицепить? Фиг его знает. Еще она сюда подходит, но будет она подходить больше, конечно, в комнату, чтобы ее еще светлее сделать. Ну, я придумаю что-нибудь, я так же не осталась. Все, да? Все, больше мне ничего тут нет. Ну, как что-нибудь придумаю, обязательно вам. Если пока вам, девчонки, надоело ходить по магазинам, вам на помощь сервис Экомаркет. Буквально вчера я сделала заказ на сайте Экомаркет, указала время доставки, и вот сегодня ровно тютелька в тютельку приехал курьер и доставил мне продукты. Все ссылки, ссылку на Экомаркет, а также свой промокод на экобаллы, которые можно будет потратить, девчонки. В общем, я оставлю в описании, все пропишу вам. А это у меня, можно сказать, закупка продуктов, ну, такое вот прям глобальное, на, ну, я не знаю, на сколько. Ну, тут на достаточное количество, если учесть, что я делала заказ в октябре, первый раз в Экомаркете, и у меня до сих пор есть некоторые продукты, то есть какие-то консервы я вам показывала, помидорчики, которые я там заказывала, я их делала, точнее, добавляла в макароны по-флотски, в общем, до сих пор у меня эти продукты есть. И давайте же посмотрим, что у нас в этот раз. Что я заказала, приходит вот в таких вот пакетах бумажных, и также вот такие пакетики, и вот как все запаковано, девчонки.
Так, девчонки, понемногу буду вам распаковывать и выкладывать на стол. Заказала я хлеб, мне очень понравилась чиабатта, я заказывала в прошлый раз. В этот раз заказала вот такой хлебушек, видите, такой вот мягенький. И вот такой батон, 497 грамм вроде бы, да. Дальше заказала я сахар, это обычный сахар песок белый. Дальше горох. Я его заказываю второй раз, мне он очень понравился. Именно вот этот колотый, он разваривается в супе. Если любите такой вот суп-пюре, чтобы горох был не, как вам правильно сказать, не жесткий, а вот именно уже так разваривался, что как будто суп-пюре. И он очень красиво окрашивает суп. То есть такой вот желтенький, вот такой даже цвет становится. Поэтому второй раз заказала. Также заказала рис вот такой, круглозерный. Упаковки по 900 грамм. Соль. Вот такая средняя, 600 грамм. Дальше у нас идет конина тушеная. Я ее заказала второй раз, нам очень она понравилась. И, кстати, можно делать макароны по-флотски с помощью нее. Ну, в общем, по вкусу она, не сказать, что специфическая, но очень такая приятная, не знаю. Дальше вот такие вот французские травы. 110 грамм, это специи. Видите, как они выглядят? И баночка прикольная, я ее обязательно оставлю. Так же, как и оставлю вот эту баночку. Красный перец мелкого помола, приготовленный из отборных грузинских сортов высшего качества. Тоже видите, какая упаковка классная. Ее можно будет открыть и потом что-то засыпать. Ну, прикольно, да? Такой лаконичный дизайн, эмблема эко-марки. Дальше заказала я вот такую форель в томатном соусе, радужная. Мне интересно, что это такая за консерва. Попробую обязательно. Так, дальше это у нас перышки. Сзади. Изделия макароны из твердых сортов пшеницы. Так. Дальше. Яйцо куриное вот такое. Сейчас посмотрим. Все целое. Отлично. Яйца сейчас и перед Новым годом пригодятся, и просто кушать. Дальше крупа гречневая. Она вот такой вот упаковки. Быстро заваривающая. Хотела быстро прочитать, не получилось. В общем, вот такая крупа. Все, в этот раз показала все. И пошли у нас следующие с вами пакеты. Смотрите, девчонки, вот такие макарошки я заказала. Правильно они называются вот так. Я не выговорю. И сзади у нас вот такая наклейка. Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы. Вот состав. Так, шучу. Дальше еще вот такую гречку. Заказала именно в пакетиках. Мне очень интересно попробовать. Дальше, смотрите, как у них приходит зелень. Это петрушка и укроп. Видите, все очень красиво. Сейчас распакую. И базилик, по-моему, заказала. Да, вот он, базилик. Я очень люблю зелень. Так, дальше перчики. Я не смогла пройти мимо перчиков. Вот такие они красивые. Прям плотные. Так. Дальше у нас идет еще один перчик. Это поменьше он вот такой. Как вариант, можно их нафаршировать. Или же в салаты добавлять. Вот они. Так, еще... Еще у нас вот такой перчик, это острый, вот такой вот, тоже очень красивый. Все вот таких вот бумажных пакетах. И грибочки, посмотрите, какие шампиньоны, девчонки, посмотрите на эти шампиньоны. Запах нереальный, аромат нереальный. Я их пока отправлю в морозилку. И два вот таких вот мороженые, две вот таких упаковки. Мороженого. Так, это банановое мороженое и мороженое крем-брюле. Все отправлю сейчас в морозилку. Да, вот эту морозилку отправлю, это в холодильник. И сейчас откроем, посмотрим, в каком состоянии зелень приходит. Вот так вот. Вообще ничего вялого нет. Все чистенько. Вот у нас базилик еще. Все листочки целые и красивые. Конечно же, девчонки, чтобы полностью заполнить холодильник без сыра, без творога, без мяса, без масла, как бы
Как бы это нереально. И я тоже заказала это все. Смотрите, вот такой вот творог домашний на пробу заказала. Он вот такой баночки. Дальше творог еще вот такой. Органический, 9%. Этот я заказываю второй раз. Очень вкусный. Вот очень вкусный вот этот творог. Дальше творожную массу заказала. Вот такую с вишней. Смотрите, какая она. Ну, я вообще творожные массы не очень люблю, но решила с вишней очень захотелось. Мне вместо йогуртов. Вот такая вот у нас штучка. Дальше сыр кремолле. Вот такой. 125 грамм. Вот такой имеретинский с травами. 220 грамм сыр органический. Дальше масло сливочное домашнее. Вот такое. Так, паштет из говядины. Ну, на пробу. Мне интересно. И сыр российский. Вот такой. Такой вот упаковка. Дальше мясо, девчонки. Мясо первое. Это у нас говядина бефстроганов. Вот такая. Дальше куриное бедро. Окорочок, точнее. Извиняюсь. Куриный окорочок с кожей. Вот такой. Дальше у нас индейка, грудка. Филе. Дальше вот такие голени куриные, 4 штучки в упаковке. Что самое интересное и что мне нравится, что пишется граммовка, сколько в упаковке в самой. Дальше говядина, мякоть для бифштекса, 510 грамм получается. Еще говядина азу, 500 грамм. И вот такое куриное филе без кожи, 580 грамм. Сейчас все это буду убирать в холодильник. Да. Последнее, что у меня в заказе, это, конечно же, овощи. Вот такая капуста белокочанная на 3 килограмма, 100 грамм. Дальше вот такая морковочка. Интересная форма, вторая. Она, кстати, вот нормальная, несмотря на то, что это не мытая морковь. Там есть и мытая, и очищенная. Дальше у меня чесночок, свеколка и лучок, девчонки. Вот он, лучок. И все, в принципе, мой заказ подошел к концу. Я надеюсь, вам эта распаковка была интересна. Всю актуальную информацию я оставлю в описании. Также ссылочку, опять же, повторюсь, на магазин Экомаркет. И сейчас все буду раскладывать. Раскладываю. Ну что, морозильничек заполнен. Я все продукты переполовинила и заморозила. Их потом разморозить можно легко и просто. Вытащить пакет, положить в холодильник, и все, естественно, разморозится, и продукты как новые. Тут у меня грибы, половина перца, перец такой. Тут у меня петрушка, укроп. Все я заморозила. Сначала помыла, просушила и заморозила. И теперь эту зелень, базилик, все я буду добавлять в... Скажите мне, в блюдо. И также вот нижний отсек с мясом. Чуть-чуть сыра тоже заморозила, пока у меня, в принципе, все есть. Также, девчонки, все размораживайте очень легко и просто. И потом все продукты как новые. Вот. Так что я прям довольна. Холодильник у меня на полу. Я тут сейчас попробовала мороженое. Как же оно отличается по вкусу от покупного. Это прям банан. Вообще прям так вкусно, ё-моё, я боюсь, я сейчас всю баночку съем. Ну, очень-очень вкусно. Крем-брюле, я представляю, что там будет. И состав у него, девчонки, банан, молоко цельное, сахар, сливки, куриное яйцо, агар-агар. Все, больше в составе ничего нет. Классно. И также, девчонки, вот вам все цены. Я специально их сняла вот так крупным планом. И сейчас мы с вами будем готовить. Знаете, что будем готовить? По рецепту из ТикТок ленивые хачапури. Я вам сейчас ставлю этот рецепт. Для этого нам понадобится сыр, 2 яйца, по рецепту там одно яйцо, сметана и мука. Все, сейчас вам ставлю в ролик именно тот ролик, по которому буду готовить, и будем приступать. Из-за наличия музыки я делаю, девчонки, озвучку. Яйцо, 2 столовых ложки сметаны и 2 столовые ложки муки. Вы все это смешиваете. Сначала жарите как блинчик, затем добавляете сыр и снова заливаете этой же массой, которую делали первый блинчик. Вот я все подготовила. У меня на 2 порции получилось 2 яйца, 4 ложки сметаны и 4 ложки муки. Самое интересное, что я муку после того, как смешала сметану и яйцо, добавляла
постепенно, чтобы у меня не было ни комочков, ничего. Вот, и самое интересное, что... А, еще и соль нужно добавить, да-да-да, девчонки. Но я, помимо того, что добавила соль, я еще добавила травы. То есть, чтобы это было очень таки вкусно и не пресно. Вот я размешиваю всю нашу массу. Готовится все очень-очень быстро. Если учесть, что я это делала первый раз, у меня на самом деле получилось не очень. Вот тот способ, который я видела на видео, мне немножечко не понравился. Сейчас объясню почему. Вот я подготовила все ингредиенты. Вот эти специи использовала, французские травы. Видите, какая масса стала интересная, красивая. За счет того, что я ее помешивала, пузырьки образовались, и я подготовила все ингредиенты, и сыр также натерла. Теперь на сковородку мы добавляем масло и разогреваем, соответственно. Вот такое тесто красивое. Делаем блинчик первый, и затем вот такая картина у меня получилась. Я не стала снимать первый вот такой блинкомом, который у меня случился, но вот именно по рецепту получилось у меня вот так. Из разряда ожидания реальность. Он чуть-чуть подостыл, сам вот этот ленивый хачапури. Вот, но в конце вы сейчас увидите тот способ, который я делала по-другому немножечко. То есть я на половиночку добавляла сыр, вот так вот все вышло. И другой половиночкой накрыла. Ну и все, на этом влог буду заканчивать, девчонки, у меня еще сухарики. До скорой встречи, целую в плечи. Я надеюсь, этот влог был для вас интересен и полезен. Люблю, целую, пока.